Беги, пацан. Мы тебя помним таким, каким ты был, дружище. Беги! Типа случилось, он сбил ребенка. Парни, короче, там парень сбил маленького ребенка. Он сказал, идите, типа, нафиг, это скейт-площадка, типа, и мама вызвала ментов. Ару, дедушка. Она уже Ребенок. Да, так и было, на самом деле. Женщина за это набросилась на ребенка и начала его душить. Я бы задал бы вопрос вот той вот даме, которая сидит. Вот красные жилеточки стоит. Тут только что сбили велосипедист, сбил самокат, и ничего не было похожего. Они просто разошлись. Но вот та вот взяла и набросилась. Его вина лишь в том, что он не извинился перед ним, и все. Дружище, дай интервью, что случилось? Там на фигуре я делал ванатилипку. Ребенок там стоял, именно стоял. Потом, я его задеваю ногой, ну то есть самим грибом, да? Поиграли с ним. Мака говорит то, что... вон она, кстати, идет в красный. Мы играли с ним в шкуру, сейчас не попросим. Вот, потом она говорит то, что извинился быстро. Что-то он растерялся. Я разворачиваюсь, уезжаю, говорю, потом обратно, то есть я не буду извиняться, не за что. И вот, потом она на меня набросилась, то есть, со словами «извинись» и начала душить сначала. То есть потом я говорю, отойди от меня, она спустила меня вот тут. Типа она начала тебя душить прям? Ну, да. И а кто вызвал ментов в итоге? Она? Она. И она на тебя типа начала душить? Да. Потому что ты жестко сбил малого? Нет. Не жестко? Да. Вот. Я не давайте расскажем это, расскажи это. Идем, я уже рассказала. А ребенка бить? Сутая женщина, я била. Вы показываете прекрасный пример своего. Я била. Вы на него набросились? Вы начали держать? Держали, а потом душу. Я держала его. Нет, дальше. Девушка, вы не держали его. Да, я держала. Ручки смяки? Ну, мы дали свои данные о том, что мы можем дать показания. Если вы считаете, что это отличный пример для мальчика, то удачи. Мужчина! Давайте. Кто ты? Миш, видос, да? Александр, писали заявление на нее? Сейчас напишут. Там какие-то, ну, ребята вступили за малого. Ребята? А как, это женщина, да, начала? Да, она начала его просто бить. Пацанка. Так, чуваки, подписывайтесь, ставим лайки. Максиму Рою. Рой. Подписывайтесь на Макса Рой, трюк для вас, смотрите. Не снимай ты его, какой-то. Это не забив как-то.